Итак, прошло 2 дня с того момента, как, значит, я снимал видео, просто выкладывал один день, как снимал видео про распаковку очков для сварки «Хамелеон». Значит, смотрите, я ходил на работу, и у нас там есть, естественно, сварочный цех, вот. И пробовал, значит, смотреть на сварку через эти очки. Идеально работает. Вот. Единственное, что хотелось бы, немножко затемнения побольше. Вот, потемнее, чтобы были. Потому что, собственно говоря, вот, на газосварку может быть хорошо. Вот, на электродную немножко затемнение слабовато, мне кажется. Вот. Но зато видно шов проварки. По поводу резиночки, смотрите, я разобрал штатный крепеж, подкусывал там весь пластик, а колечки уже были на ремешке. То есть, вот, собственно, то, что я говорил там, оно и получилось. Вот такая штука. Коробочку ношу с собой, потому что нет чехла. Жалко просто царапать. Вот. Надо какой-то чехольчик, очечницу. Ну, я не знаю, что-то типа такого, потому что просто так. Значит, вот, кстати, пальцы, если здесь затрогать совсем все, вот, то на, как бы на картинку не влияет. То есть отпечатки пальцев и так далее. То есть, в принципе, как бы внутреннее стекло не было запачкано, я так посмотрел, что не влияет. Вот, конечно, отпечатки сразу остаются. Вот, поэтому еще раз говорю, что, конечно, хорошо бы вот, какой-нибудь футлярчик. Вот, можно даже что-нибудь там тряпочное, вот, но куда-то их надо убирать. В общем, все работает. Я говорю, что нюансы такие, что хотелось бы немножко потемнее. Вот, реакция на свет быстрая, вот, но затемнение немножечко слабоватое. Так что такие дела. Значит, по поводу ремешка, если дужки убрать и сделать ремешок, очки вообще там просто. Они, во-первых, лежат на носу, и переносица начинает болеть, и они загибаются кверху. Вот, то есть здесь на бровях лежат, вот, давят, а здесь на носу. Поэтому вот это вот с ремешком, это как бы идеальный такой вариант, то есть чтобы его не вбрасывать, а вот так вот именно сделать. Значит, вот эти вот резиночки надо сажать на клей, можно потерять, видите, да, не слезают. То есть надо на какой-то клей. Так здесь все плотно, все надежно. Вот, больше нигде ничего не стоит, эта резиночка тоже хорошо сидит. Вот, в принципе, это что? Ну, я не знаю, я не жалею, покупка хорошая. Цену сейчас я не помню, но что-то совсем недорого. Вот, и с удовольствием буду пользоваться. Вот, в каких-то неудобных ситуациях, когда неудобно маску, вот, или надо быстренько что-то прихватить. В общем, очки незаменимые. Все, спасибо.